О том, что намерения у нежданных посетителей развлекательного клуба самые серьезные, персонал заведения догадался сразу. Шоу программы пришлось экстренно свернуть, а участницы пикантных танцевальных номеров на несколько часов стали подозреваемыми. Обыск гримерки выявил основную фигурантку. Наркотические средства употребляли? Что именно вчера употребляли? Ну что, амфетамин, метамфетамин, фен это называется, да? Скорость. Вот эта пластиковая коробочка хранила в себе один секрет – загадочный порошок. Изъятое вещество было направлено на исследование. Как бы установлено экспертами, в полимерном контейнере находилась смесь из запрещенных психотропных веществ. Также сотрудниками управления наркоконтроля был выявлен и задокументирован факт сбыта подозреваемой наркотического вещества одному из посетителей клуба. О том, что девушке грозит серьезный уголовный срок, она, конечно же, догадывалась, но при этом продолжала позировать на камеру. Шоу с ее участием продолжится, но, скорее всего, в другом формате и по сценарию из Уголовного кодекса. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.